Сегодня Россия завязана в мировую экономику гораздо глубже, чем Советский Союз. И холодная война, тем не менее, не мешала очень прочному развитию экономических связей Советского Союза с другими странами. Правда, больше это была экономическая дружба или, может быть, помощь так называемым социалистическим странам. Тем не менее, представить себе Россию одинокой в современном мире очень трудно. Практически невозможно. Вот мы когда говорили о том, какова судьба России в будущем, конечно, это будет плачевная судьба, если Россия останется в одиночестве со своей огромной территорией. Поэтому экономические связи должны расширяться. Вне всякого сомнения, Россия не должна оставаться в изоляции и должна сосуществовать мирно. А и лучше, если с любовью и нежностью, с другими странами. И я в этом абсолютно уверен, что Россия никогда не останется наедине со всеми другими странами.